И я понял, что у Трампа нет вообще претендентов, да, то есть нет конкурентов, то есть один там Сандерс, ему там 78 лет. 78 лет, друзья. Куда ты лезешь? Какие президенты? Какой вообще президент? Ты о чем вообще, дорогой? 78 лет, тебе уже надо, я не знаю, уже на тот свет отчитываться, отчет готовить, да, о проделанной работе на земле. Ой, вот, 78 лет, в общем, одному Байден там 76, по-моему, что-то такое, короче. Ну, Байден там, Сандерс хоть еще с головой дружит, а Байден там вообще уже путает людей, ну, как у той Ельцин, даже еще хуже в два раза. Капец, у него просто нету Трампа претендентов просто нормальных. Понимаешь, насколько вот умный чувак, да, стоит сейчас у руля, насколько он проложил так дорожку, да, простелил пухом дорожку другим кандидатам, чтобы они, в общем, его были с ним, то есть претенденты, да, его. Это ж он как бы там уже продумал, а вот эти два кандидата мне подойдут, давайте их как-то вот со мной, да, на ринг, как говорится. Вот. Америка такая, да. Ну да. Пивка.